Всем привет, с вами Евшина Ольга, интернет-проект ProfLife, компания Faberlic. Пришел мой заказ, в котором я заказывала одежду для сына и мужа, и хочу сделать обзор вещей, которые были в моем заказе. Начнем с футболочки поло для сына. Я взяла размер 128. Вот видите, так, тут есть бирочка, где указан состав, кто изготовитель, размер и такой пакетик, в котором запасная пуговка. Футболочка идет с плотным воротничком и на трех пуговках. Качество очень хорошее, шовчики все ровненькие. Смотрите, ни одной ниточки не торчит. Внутри так, тут тоже бирочка, которая отрезается. Очень приятный на ощупь хлопок, стопроцентный. Не первый раз берем такие футболочки, брали и без воротничка, и с воротничком. Они идут в трех цветах, вот такого желтого цвета. Еще хочу взять красную и голубую. При стирке они не садятся и не линяют, потому что в том году мы брали такие футболочки, просто он из них вырос. Поэтому уже берем побольше, но качество отменное, прослужили очень хорошо. Так, дальше взяла шортики. Шорты ярко-синего цвета, камера плохо передает цвет. Вот такие модные, спереди два кармашка и один маленький. Они идут на кнопки и молнии. Такие вот потертости, как сейчас модно. Край шорт обработан, то есть их можно разогнуть или как-то побольше подогнуть, как вам хочется. Отрегулировать можно под своего ребенка. Так, внутри имеется очень удобная утяжка, что мне очень нравится. На всех вещах для детей есть вот такие резиночки с пуговками. Вы можете утянуть под талию своего ребенка, отрегулировать. Так, сейчас покажу, вот. Сзади потертостей нет, этих дырочек модных. Есть два полноценных кармана. И есть еще такие петельки, если вы захотите, для красоты, или, может быть, для того, чтобы шорты держались, но держатся они за счет той резинки, которая внутри, вы можете вставить красивый ремешок, например. И также к дырочке прикреплен пакетик, в котором имеется запасная кнопка. То есть, если случайно вот эта кнопка сломается, вы ее спокойно можете в ателье заменить. Вот такие шорты. Далее взяла брючки. Также они летние, очень легкие. 100% хлопок, тоже очень приятные на ощупь. Такие же, точно такие же брюки мы брали в прошлом году на лето. Брюки идеально сели, они прямого кроя. Вот. И просто ребенок вырос. Померили вот в мае этого года, и уже они коротковато смотрятся. Решили заказать точно такие же, потому что они им очень нравились. Два полноценных кармана. Сзади также два глубоких полноценных кармана. И имеется на бирочке запасная пуговка. Вот эта пуговка. Также тут на бирке указан размер на рост 128. Состав, кто производитель. И то же самое, что и у шортиков. Вот такая утяжечка, резиночка с пуговкой. С обеих сторон. Также регулируйте по талии своего ребеночка. Брюками очень довольны, я их очень рекомендую, поэтому мы даже сразу же выбирали именно такие же брюки на лето. Так, и мужу заказала футболку поло. Я заказывала в двух цветах. Одна была серо-голубая, очень красивый цвет. И вторая вот такая желтая. Такую футболку я уже, футболку поло я уже заказывала в прошлом году ему. В этом году решила еще взять.
И серо-голубую мы возвращаем, потому что она непонятно по какой причине оказалась маломеркой. То есть размер 56 мы берем. И 56 был же у серо-голубой, но она значительно меньше вот этой футболки, к сожалению. Цвет мне очень понравился. Попробую поискать еще такую же футболку другого цвета. Также на трех пуговках хорошего качества, с запасной пуговкой, с воротничком. Не линяет, прекрасно стирается, приятный хлопок. Он довольно плотный, текстура ткани, вот хочется вам показать, что если у детской футболочки, вот смотрите, гладкий хлопок такой, то у этой футболки она как будто вот в клеточку, если вам видно на видео, вот, она более плотная. Мужу очень нравится, ярко-желтого цвета, хорошего качества. Они, видите, из пакета еще все мятые, но это... Как сказать, дело поправимое, все прекрасно гладится. Гладятся они, кстати, очень хорошо, сохнут быстро. Вот такой заказ одежды был у меня в этот раз. Вещи все очень понравились, рекомендую. Все это я заказала со скидкой 26%. И у меня списывается еще объемная скидка. Так как я делаю 50 баллов каждый каталог, мне начисляется от компании объемная скидка, которой я могу оплачивать 65% своих заказов. И вот за этот заказ шорты, брюки, детская футболка поло и две мужские футболки. Я серо-голубую не показываю, потому что я ее уже собрала на возврат, сложила в пакет. И получился заказ у меня всего на 2059 рублей. Вообще отличная экономия, где можно купить 5 вещей в магазине за 2000 рублей. Считаю, что нигде. При этом за сделанные покупки компания мне еще дарит подарки. И я стала участником розыгрыша автомобилей, массажеров, косметики. Будет акция розыгрыша, вернее, проходить в нашей компании. И плюс компания мне начисляет вот объемную скидку. Если у вас какие-то есть вопросы, если вы хотите оформить такую же скидку, как у меня, участвовать в розыгрыше. Кстати, всем сейчас зарегистрированным покупателям компания до 9 июня начисляет 1000 рублей на личный счет сразу же при регистрации. То есть вы делаете заказ на 2000, а платите всего за заказ 1000. Вообще крутая акция, так что присоединяйтесь. Ссылку для регистрации я оставлю под этим видео. И свои контакты также оставлю под этим видео. От вас комментарии, лайки, подписки на мой канал. И до встречи на моем канале. Всем пока-пока!